Это, наверное, салам алейкум. Да? Недавно удмуртский активист у здания Госсовета Альберт Разин совершил акт самосожжения в знак протеста против федеральной политики в отношении языков народов России. Перед смертью он держал плакат «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» стихи Расула Гамзатова. Что ты думаешь? Это на самом деле жуткая такая история, которая как-то удивительным образом ее обошли стороной все СМИ. На самом деле вопиющий, да, случай. Человек поджег себя в одном из городов России перед зданием этого Госсовета. Представляете, взял и поджег себя, и в итоге он получил там 90% ожог и умер, в общем, не выжил он. Просто ужасно жуткая история. И по идее, как мне кажется, она должна была быть на первых полосах везде. Но произошло совершенно обратное. То есть эту историю там какие-то блогеры озвучили. И то так, ну, так скажем, не совсем активно, да? И все, и на этом эта тема как бы забылась. Где-то там что-то написали. И в итоге получается, что он сделал это абсолютно зря. Он пожертвовал своей жизнью и не добился даже резонанса. Поэтому я призываю людей не делать такие глупости. Плевать, эта страна не хотела на ваши акты самосожжения. Вы ничего этим не добьетесь. Не делайте этих глупых поступков. Ни языку своему удмуртскому он не помог, ни как-то внимание на эту проблему он не обратил. Вот ничего это не дало, он просто погубил свою жизнь. Ну, будьте благоразумнее. انتظريني انتظريني.